Быстро на место. Ну, быстро на место, сказала. Всех курьер испугал. Я сказал, на место. На место. Набаловался. Миш, как обычно, укол. А я в дом убрала скотину. Дорогие мои, всем-всем здравствуйте. Я очень рада, я всех приветствую на своем канале. На канале «Угаливание в деревне». Кто первый раз зашел ко мне на канал, подписчики прибавляются. Друзья, спасибо большое, молодцы, поддерживать наш канал. Я просто наблюдаю, поставила молоко, чтобы не убежала. Прочитал комментарии. Люди молодцы, и многие меня поддерживают с бровями. Ну а что такого? Надо делать, надо немножко себе настроение поднимать. Да и как, чтобы выглядеть нормально, а не то, что все сморщено, все это. А это все-таки выражение лица будет другое. Это сейчас они такие, а потом они придут в норму, они будут красивые. Люди знают, они делают, они знают все. Так что спасибо за комментарии, что поддерживаете меня. Вот. А я скотинный уборка закончилась. Вы видели, он показал немножко молча. Вот. Михаил на укол уехал. Но он уже позавтракал. Но он и завтракаете, и можете ночью встать поесть, что-нибудь перекусить. Так что. А я решил суп. Не то каша, не то суп молочный. Не знаю, что получится. Я на глазок все делаю. Ну, уже как бы рука набита. Так что суп варю. Да, насчет бровей скажу. Там мне комментарии я прочитала. Написали, что вот что блогерство делает с человеком. Не, я давно хотела. Просто я не знала, где сделать. В Мичуринск мне сказали. Ну, в Мичуринск туда ехать надо на целый день, да и с автобусом или там с такси, я не знаю, на чем добираться далековато. Вот. А это узнал, что в районе у нас делают. Все упиралось в деньги. Но потом вопрос разрешился. И вот
Все. Результат налицо. Ну вот, сварила. Постоять, может, оно и каши будет, но пока вот такой, как супчик молочный. Так, ну мне кофеёк увидели, наводила. А это сделаю дырочки в хлебе. И туда яйцо разбила. Яичко. Сухарики мои. И маслица сейчас кусочек. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Присоединяемся, кушаем. Всем желаю здоровья, чтобы все и мирного нам неба, чтобы все у нас было только хорошо. Все, приступаем. Ну, чуть не забыла. О, как без него мне теперь? Убавляйте потихонечку. Вот моя уистома. Вообще, это уистома или не уистома? Надо ее пересадить. Да, у истомы. Надо ее в отдельные стаканчики Ну ты их забраковал, ты сказал. Нет, я Ваня отдал, Ваня не ходил. Ты что, Ваню жалко.
понятно. Да, сидим такие. Чего не продаем? Ну вот, получились мои яблочки с творожком. Ну, вы поняли, творог с медом сделала. Вкуснятина. Так что, друзья, кому яблоки, уже все. Ого, один у меня остался без начинки. Кому яблоки делать некуда, делать с творогом. Перекус очень вкусный. Так что всем приятного аппетита. Открыл варенье клубничное. Сейчас я, наверное, почавкаю, потому что у меня прям слюнь текут. Так и ягодки прям. А запах обалденный. Немножко почавкала. Очень вкусное варенье. Лето. Фейком. Сейчас фейком запью. Ой. Я раз постирала. Еще сейчас вот одно одеяло постираю. Чуть решил одеяло постирать. После зимы. Запах. Ну, сейчас постирается. Каре 26 сливы. Как раньше варили. Вышел на обед давать. Мне надо еще зерно сейчас намолоть. Тут на вечер не хватит, немножко осталось. Сейчас займусь. Ну как, Иш? Вычел ведро земли. Занести хочу. Ой, что он пересадить? Да и так, для питоний. Я не буду покупать в этом году землю, потому что своя она лучше. Я с этим ее, с навозом перепревшим делала. Покупная мне не очень нравится. Попробую в этом году посеять петунью здесь, вот в такой своей земле. Раньше сеял в своей земле, а потом стал, насмотрюсь всего и стал покупать. Вот вычел ведро, не давая ее раскидывать. Раскидывали. Дорогие мои, вышел на прогулку. Такой ветер поднялся, снег. Но я брови своей шапкой закрыла. Чтобы на них, на них же нельзя, чтобы попадала вода. Так что иду. Ну, метель вон поднялась. Прям метель. Ну, на прогулку надо сходить. Оттуда шла под ветер. Оттуда иду на ветер. Ветер сильный. Брат, снег перестал. Вот. Ну, иду. Чё ж, туда дошла? 2 километра. Теперь 2 назад. Ничего, сейчас быстро в шахту. Вон выглядывает солнышко.
У меня вечерняя уборка. Это вообще я тяну время. Сейчас пойду. И вот сейчас уже начинает смеркаться. Я только выхожу. Сейчас иду. Коты меня ждут. Все ждут. Все, я пошла. А он такое красивое небо, да? Ну что, убралась я? Что у тебя с такой неохотой все делала сегодня вечером? На скотень зло сорвала. Что устал, наверное. Так что, дорогие мои, всем говорю вам пока-пока. Всех вас обнимаю. Так, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал, кто смотрит. Ну, кому, конечно, нравится. Может, кому и не нравится. Видео сегодня коротенький, сериальчик небольшой. Там, наверное, я мало чуть снимала. Так что всем говорю, мирным нам небо. Вон звезды на небе. Вам, наверное, не видно сейчас будет. А может, и видно? Нет, не видно ничего. Вы не поверите, какой у нас сегодня ужин будет. Свеклу вареная. Икра морковная. И морковь свежая. Михаил, вон в большой чашке. Поздоровайтесь, наши подписчики. Здравствуйте. Вот. Сейчас по телевизору, знаете, что сказали? Что сильные будут магнитные бури, да? И кто... это, как это сказать-то? Зависимый от этого будет очень плохо. И голова будет болеть. У нас я давление. Уже зависимый. На свеклу потом. Ну, хорошо. Спрашиваю, вкусно, хоть вкусно. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Варим свеколку. К весне. А попробуй, скоро тебе невкусно. Сейчас ловкой толбу. Не слушать его. Он вас обманывает. Врюет. Да вкусно. Всем приятного аппетита.